Приветствую вас, дамы и господа, с вами по-прежнему Рирс. Это игра Death Stranding, и у меня, ну, наверное, для вас без разницы, что, но для меня печальные новости. Мне приходится перепроходить заново игру с определенного момента, вот, собственно, с этого момента, где мы остановились на прошлой серии. Я уже записал три серии сверху. Общей сложности они, наверное, были общей протяженности по полтора часа каждая. Довольно-таки далеко прошел, пооткрывал всяких улучшений, но, блин, удалилась у меня папка с файлами сырыми, то есть теми записанными, которые еще не успел обработать. И приходится заново проходить. Восстановить не смог, не восстановилось. Окей, ладно, я взял два заказика, один до режиссера у нас идет вот сюда, другой до старейшины. У старейшины будет происходить, у старьевщика, прошу прощения, будет происходить основной замес. Сейчас нам нужно будет пробраться вот с этого места вот куда-то сюда. Здесь пройти так, чтобы не получить повреждения от падения вот в эти вот расщелины. Как это будем делать, хер его знает. Возьму-ка я с собой на всякий случай еще и лестницы. Отцепим транспорт. Давай возьмем с тобой еще лестницы 3-4, наверное, с запасом. Ну, пускай 2 даже будет. У нас еще одна, по-моему, есть. Погружаем все. Автораспределение и погнали. Тележка, не знаю, наверное, не пригодится нам тележка, но пускай уж будет, раз есть. Поедем на мотоцикле. На нашем крашеном. Дорога восстановлена. Погнали! Что делать? По Атласу серия просралась, по Арку старые серии, которые так еще не дошли, просрались. Твой клиент называет себя старьевщиком, но раньше он был спецом по ремонту связи. Он может починить что угодно. От простых терминалов до ключевых компонентов сетей связи. Он был хороший человек, приятный в общении. Но после инцидента рядом с Южным узлом он изменился. И я его не виню. У него полно причин не доверять нам. Пойдем через мулов. Там мулы вон сбоку есть. Если пройти через них, то меньше всего придется нам проходить через... Так, оп! Нас успели задетектить, по-моему. Через вот эти вот поврежденные материи земли. Как это их еще назвать, не знаю. Мостов здесь нет, придется мосты строить самим. Либо сражаться с мулами. Скорее всего, я не знаю, что будем делать. Попробуем перепрыгнуть на мотоцикле сейчас. Давай. Вот тут, например. Оп. Так, через одну перепрыгнули. Хорош. Тормозим. Груз повредился немножко. Ну не страшно. Едем, 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 едем. Вот трамплинчик сейчас будет. Давай. Вот, да блин. Тихо. Оп. Успел. Смотрим. Старьевщик, давай до режиссера сначала. Первый раз, когда я проходил, я провалился в это гребаное подземелье. Было довольно весело. Ладно, нам нужно открыть старьевщика, потому что здесь в хиральной сети постройки игроков нам очень сильно помогут. Так, 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 проезжай. Берем заказик. Как я их проехал, а? Сам не ожидал, думал, разобьюсь где-нибудь нахрен. Окей, давай доедем до него, попробуем. Давай. Пойдем сдаваться. Первым делом режиссер. Оп. Подтверждаем. И сейчас сразу возьмем у него, наверное, заказик. Если у него будет, конечно. Доставляю груз. Что у нас тут? Посылка? Мне?
отличном состоянии. Великолепно. Ну, немножко подстрадало там, конечно, ну да ладно. Давай, давай, давай. Отлично. А, печально знаменитая хиральная сеть. Попробовать можно, но только сеть. UCA — это уже отдельный разговор. Так ты можешь меня подключить? Ну, хорошо. Тогда давай. Давай, давай. Подключимся. Сразу он не подключится. Нужно там письмецо будет почитать. Письма будем читать как-нибудь в другой раз. Ну, так бегло пробежимся по одному письму от режиссера, чтобы сразу активировать хиральную сеть, чтобы получить от него ништяков. А вот так прям по фанатизму читать все не пойдем. Блин, так обломно перезаписывать серии. Это такой вообще бред, на самом деле. Не те ощущения. Давай очки нам. Любопытно. Насчет присоединения к UCA я подумаю. Я хочу тебе кое-что дать. В знак благодарности. Возьми. Я настаиваю. Да, солнцезащитные очки нам даст. Прикольные. Солнцезащитные очки, Сэм. Хорош. Пока, Сэм Бриджес. Пока. Спасибо. Пока. Отлично. Давай сразу очки наденем и покажу, как они выглядят. Чтобы опа! Больше, загляните в терминал доставки. Вот так. Так, два заказика у нас здесь есть. Давай посмотрим, что можем сделать к мастеру, к озерному узлу. Вот это все нужно нам будет потом сделать. Когда только хрена узнает. Потому что я у мастера прокачал все звезды, почти прокачал все звезды у озерного узла, распределительного узла. У озерного узла тоже практически все прокачал. Такой бред. В общем, хранилище можем посмотреть у него. На ферму. Томасу. И балазган у него еще лежит. Ну, балазган нам не нужен. Ладно, валим. Давай, выйдем. Может, письмо даст нам. Хотя, посмотрим так. Почта. Томас, Томас. Людины устали ждать. Вот так сделаем. Вот так сделаем. Читать это не хочу. Пойдем к старьевщику. Сейчас будет развиваться сюжетная линия старьевщика. Она такая банальненькая. Ну, что есть, то есть. Слушай, в прошлый раз, когда я здесь открывал, здесь был мост. Какого хрена? Куда мост делся? Но база здесь так и осталась. Вон там есть база. Можно зарядить мотоцикл. Все как надо. И также есть горячий источник. Ну и мотоциклы. Да, долго заряжается, конечно. Ну, старьевщик вон там находится. А вот и письмо от режиссера. Я поиграл с планшетом, который ты мне дал. Угу. Про UFC он что-то ничего не сказал. Видимо, потом будет. Хорошо, заходим.
порция сюжета, господа. Доставляю груз. Долбанутых террористов и их дружков в этом сраном Фрейджел Экспресс и козлов из Бриджес, которые разворошили это осиное гнездо. Ну ладно, показывай товар. Ты быстро пришел, как и положено. Это ведь твоя работа. Сдаем. Отлично. Не шибко-то и довален-то был. Я считаю, вы, курьеры, ничем не лучше террористов. И тебе никак меня не переубедить. Бери свой кьюпид и проваливай. Да ладно, что-то подсказывает мне, что мы должны выяснить, что на самом деле произошло с той женщиной. Кодзима тебе подсказывает. Он думает, она погибла во время нападения. Но в архивах Южного узла нет свидетельства о смерти женщины, подходящей под ее описание. Поэтому я попросил Фрэджайл заняться этим. Привет, Сэм. Я тут просматривала свою старую клиентскую базу. Думала, вдруг найду нашу незнакомку. И представь себе, есть почти полное совпадение по лицу и голосу. Она жива. Наш старьевщик скорбит зря. Но вряд ли он поверит нам на слово. Погоди, он прислал еще один заказ. Наверное, просто нас испытывает. Загляни в терминал доставки, посмотри, чего он хочет. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать... Давай возьмем. Сразу берем его. Нужно будет прокрасться в разрушенный узел и собрать там детали. Довольно-таки безопасное занятие, если делать все на картах. Воздушный транспорт. Зачем мне два штуки? Давай один в личное хранилище. Лестницу в личное хранилище. Одной нам хватит. И то, мне кажется, даже не нужна она будет нам. ПХК одного нам тоже хватит. Ботинки пускай будут две пачки. И вот эти две лестницы нахер. Ну, одну оставим, окей. Балазган есть. Граната есть. Две штуки. Три штуки гранаты есть. Окей, идем. Заказ назначен. Сразу туда врываемся. А, по пути возьмем еще вот эти заказики. Нужно, знаете, что сделать? Сейчас он нам письмо, наверное, пришлет. Их выкинуть в озеро, в кратере, в воду. Да, посмотрим по письмам. Письма. Нету. Ну окей, сам сделаю тогда, без вашей подсказки. Главное, чтобы все влезло. Блин, не все влазит, к сожалению. А чтобы влезло все, нужен другой мотоцикл. Есть тут поблизости обычный мотоцикл? Да, есть, давай съездим до него. Заменим. В принципе, зарядки хватит. Да, вот и письмо он прислал. Давай почитаем. Письмо важное, да? Нет, не важное. У меня есть заказ, который может заинтересовать тебя. Рядом с моим убежищем выросла куча мусора. Только в озерном кратере можно его уничтожить, этот мусор. Мы это сделаем обязательно, не переживайте. Сейчас этим и займемся. Но, блин, зато, знаете, вот, когда перепроходишь какой-то момент определенный, ты уже знаешь, что тебе нужно делать, уже помнишь.
куда идти по оптимальному маршруту. Кристальчики соберем обязательно. Я бы сказал, облизательно. Фу, какое слово мерзкое. Возьмем обычный мотоцикл. На него положим запчасти, чтобы все запчасти можно было забрать с собой. Хотя, по большому счету, лестница нам даже не нужна. Давай искупнемся. Bridge Baby покупается немножко. Покайфует. Занятий здесь никаких нет, пока ты сидишь. Только сесть, встать и все. Так тепло. Ну, хоть смыл он свою грязь. Берем транспорт. Вау! Сейчас нужно все загрузить на мотоцикл. Давай хотя бы от отсюда часть загрузим. Утерянный груз, который весит больше всего. Вот 50 килограмм, давай. На мотоцикл. 30 килограмм. На мотоцикл. Еще вот такой могу положить, да. И вот такой. Нет, такой уже нет. Вот, килограммовый. Хорош. Поехали. Четыре вида грузов получается. Гигантский, средний, маленький и половинчато маленький. Ну, еще и человек. Пять видов груза. Ну, контейнеров для груза. Давай. Сканируем. Сканируем удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ввода. Все чисто. Добро пожаловать в Сэмпортер, Бриджес. Ну, давай попробуем загрузить все остальное на туловище. В принципе, должно влезть. Да. Все влезло, хорошо. Сразу перераспределение. Да стоять. Перераспределение. Тук-тук-тук-тук. И поехали на озеро. Озеро тоже рядом. Сделаем это быстро. Единственная проблема там будет, это дождик и все. Вот здесь, если что, херальные твари тусуются. В том месте. А, я совсем забыл вам рассказать, что я научился пользоваться погодой. Вот как это делается. Прогнозы погоды. Синим обозначено, что здесь дожди идут. Можно перематывать время ненадолго. Нажимается это клавишей R3 на сосочке. Перематываем время и смотрим циклон, как он идет, не идет. Появляется ли периодически за 30 минут здесь дождь. Ну, в общем, как-то так это выглядит. Видно, где есть дожди. А там, где есть дожди, там большая вероятность, что будут херальные твари. Видите, здесь дожди. Херальных тварей будет много. Такие дела. Поехали. Вот сюда нам нужно будет прийти, пошарохаться. Сейчас для начала все выкинем, выгрузим. Забавно. Происходит процесс утилизации груза. Я думаю, вам понравится. Здесь, я помню, кристаллов много было. Нужно пособирать по пути. Дай-ка лайкосиков поставим. Сегодня хороший день. Это тебе. Спасибо за помощь. Сегодня хороший день. Помчали.
Еще кристаллы. Кристаллов много не бывает. Ботинки теперь я тоже таскаю по две пары. Потому что на карабин влазит двое ботинок. Здесь, кстати, видно, сколько грузов может влезть в категории грузы. Вот, допустим. Два из двух на карабин прикреплено. Здесь подсумок 4 из 4. То есть 4 слота у подсумка, 2 на карабине. Еще у нас потом... Ладно, не буду спойлерить. Может быть, в этой серии докачаемся до этого момента. Ну, вам понравится. Там будет больше кастомизации. И кастомизация будет офигенная. Вау! Все, подъезжаем ближе. Вот так. Залазим в инвентарь и тупо дропаем на землю. Вот таким легким движением руки. Грузы дропаются следующим образом. Зажимаем в какую-нибудь руку, нажимаем удар и отпускаем руку. Зажимаем, нажимаем, отпускаем. Ну, что-то не... Ладно, хватит. Если что, потом подберем. Оп, отпускаем. Не, нужно подобрать. Ну хорош. Не, я на островке безопасности. Все, отстаньте от меня, не пойду я туда. Давай, заберем сейчас этот. Забери. Вот, пускай тонет. Все, потонул. За это нам лайкосики будут капать. Да ну ты что делаешь? Вот такая вот механика здесь. Избавление от груза. И последний. Все. Да, этот не утонул груз. А нет, все утонул. Изи. Так, что делаем? Сейчас мы на этом мотоцикле едем в центр обителя зла. Тут можно будет под мостом оставить мотоцикл. Главное, чтобы нам веса хватило. Сейчас часть на мотоцикл перегрузим. Вот здесь относительно безопасно еще под мостом. Вот, здесь нет дождя. Ничего не будет коцаться. Сейчас сделаем следующее. Давай лестницу. Лестница нам не понадобится, я думаю. На ПХК нам не понадобится и лестница. На мотоцикл. Воздушное транспортное средство тоже на мотоцикл. Гранату оставим, лестницу на мотоцикл. А что еще можем? Ботинки, пакет с кровью, силовой контур. Это все нужно.
Ремонтные спреи нам нужны будут. Балазган нам нужен будет. Окей. Подожди, оп. Все, погнали. Этого точно должно хватить. Пригинаемся и пойдем по следам груза, который нам нужен. Первый груз находится вон там подальше. Вот туда нам нужно будет добраться. Здесь, в принципе, пройдем без проблем. Если не нарываться на твари хиральных. Они довольно-таки разрозненно стоят друг от друга. Можно спокойно пройти. Их только слышно, но не видно. Вот так идем спокойно. Грузы большие, тяжелые. По 10 килограмм каждый. Нужно будет нам 11 грузов найти здесь. Первый есть. Ни смолы, ничего из этого собирать не будем. Просто идем. Вот здесь рядом тварь хиральная сидит. Ой. Угу. Увидали их ненадолго. Следующий участок. Подбираем. Так, 60 из 110. Предлагаю пройти здесь. Ну да, уже можно, в принципе, идти, но я хочу пройти на максималочку данное событие. Собираем. Вот последний, который я вижу, находится вот здесь. Так. В принципе, можно здесь его обойти. Но вроде как еще где-то есть. А, ну, скорее всего, просто груз много весит. Флешка. Да, точно, я забыл, что еще флешку собирал в прошлый раз. Сейчас до нее дойдем. До метеостанции задание. И давай смотреть. Все, все собрали. Автораспределение. Берем флешечку. И вперед из песни. Так, куда это показывает штука? До флешки мы в безопасности дойдем, тихо.
Пойду-ка я по тому же маршруту. Все, на изи пройдено. Ну, еще не пройдено, если ты не вышел из зоны. Ну а так уже практически пройдено. Если уже ничего не будет. Тут можно чуть ли не бежать. Все. Сейчас сделаем следующее. Берем спрей один ремонтный. И прохиливаем наше безобразие. Все. Изи. И валим. Кристальчики пособираю. О, еще флешка какая-то. Далековато, слушай. О, предлагаю до режиссера забрать. Вау! Игра нам напоминает, что все постройки ломаются рано или поздно, и дороги тоже, так что их нужно будет строить постоянно. Пойду флешечку возьму. Доставляем. Сюжет, привет, сюжет. Доставляю груз.
сумел вытащить оттуда товар? А ты смелый. И груз-то какой, ты глянь. Ты по сноровисти этих увольней из Fragile Express. Дай угадаю. Великий доставщик, да? Конечно. Легенда легенд. На 1% прокосил, правда, ну ладно уж. Давай, что там, звезды не капнули, что ли? Те развалины не были бы развалинами, если бы Фрэджайл нас не кинули. И Бриджес, восстановим страну, ага. Только людей тормошите. Если бы не вы, моя девочка осталась бы жива. Она была там, когда террористы попытались взорвать Южный узел. Она была уже мертва. Из-за вас. Он не прав. Она в убежище к юго-востоку от развалин. Давай я тебя подменю. Если он не собирается выходить, то все равно на кого он будет орать. Пусть уж лучше вымещает злость на мне. Бриджес, Фрэджайл говорит, моя девочка жива. И я должен поверить ей на слово? После того, что было? Ну уж нет. Ты должен мне это доказать. И я знаю только один способ. Я через тебя передам кое-что этой женщине. Если скажет, что это ее, приведи ее сюда. И еще вот это возьми. Это контур, улучшающий устойчивость и подвижность. Собрал его из подручных деталей. Только давай сразу проясним. Я даю его тебе только для того, чтобы ты гарантированно добрался до места. Если моя девочка жива, то как увидит эту посылку, попросит, чтобы ты отвел ее сюда. Окажешь мне услугу, я в долгу не останусь. Да, сейчас он нам даст беговой контур. Контур, который не прибавляет нам вес, но... Блин. Загляни в терминал доставки. Но ускоряет наш бег. Но я им попользовался, мне он не шибко понравился, мне больше нравится наш шикарный. Он хоть и не прибавляет скорости, так как прибавляет скорости тот силовой контур. Но наш силовой контур позволяет таскать больше веса. Окей, давай выполним заказ. Хрупкий заказ нужно будет доставить. Это все делается изи. Я уже знаю короткий маршрут, знаю, когда туда добраться. Старьевщик говорит, что херальные часы очень хрупкие. А такой груз лучше носить на руках. Да, вот единственный минус, что его нужно будет нести в руке. А вот еще кое-что от старьевщика. Сэм, этот активный контур увеличивает скорость. Он усиливает движение мышц, позволяя перемещаться быстрее. Если очень спешишь, то можешь даже усилить его, но усиление быстро сажает аккумулятор. Подумать только, он сделал это из мусора. И да, когда мы наносим этот скоростной контур, то мы можем к ногам прикреплять груз. В нашем случае к силовому контуру... Давайте побегаем, покажу вам, как это работает. К силовому контуру уже ничего не прикрепить, к сожалению. К ногам, но здесь зато можно. Может быть, в будущем, на высоких стадиях игры, когда будет у нас уже под 200 веса способность перетаскивать, тогда это еще и заиграет другими красками. Хрен знает, посмотрим. А где наш силовой контур? А, ладно, пофигу, так пойдем. Все, отправляемся в путь, сейчас быстренько добежим. Единственный минус, нужно будет в руке груз нести. И все. Вот такой контур. Когда ты несешь груз в руке, ты не можешь, по-моему, ездить на мотоцикле. Выглядит прикольно. Маленький, элегантный. Побежали. Пойдем через озеро. Потому что если отправиться вот в эту сторону, то мы встретим там только херальных тварей и дождь. А если мы пойдем по пляжику, то ничего этого не будет. Но единственный минус, что разрядится аккумулятор быстро. Как этого избежать? Пока что никак. Силовой контур такой вот. Можно вот так бежать.
слегонца. Бежим. Подзарядиться тоже нечем. Ни в коем случае нельзя прыгать. Ни в коем случае нельзя использовать тележку вот эту вот. Парящую. Ховерборд. Потому что раз врежешься, и все, и миссия провалена. Я уже проваливал ее, уже знаю. Поэтому просто даже пешочком пойдем. Не тратим электроэнергию. Экономим. Ну хотя вот пока бежим под дождем, лучше ее потратить как следует. Хиралкой пособираем. Стоп. Отлично. Сейчас дождь закончится, должен уже. Ну, что ж. Такие грузы уже поинтереснее переносить. Трубки. Все, дождь закончился. Тихо, главное не упасть. Повезло. Какое повезло, это называется мастерство. Когда тебе не везет, когда ты делаешь все четенько. Это мастерство. Ну что ж. Ну что ж. Кстати, а ну что ж. Кипарики, все поинтереснее будет. Особая доставка. Можно сделать вот так. Прикрепленный костюм, вот этот вот на спину, вот это вот на спину. Силовой контур используем. Авторазмещение делаем и погнали. Хотя... Смотри, как скоростной контур сколько занимает. Видишь, это тут большой контейнер сзади прикреплен. Это скоростной контур. Силовой контур занимал маленький контейнерочек. Странно это работает. Вот он, видишь, здоровенный какой. Используем скелет, автораспределение. Силовой контур, он маленький. Малюсенький, малюсенький контейнерок. Без включения, интересно, быстрее бегаешь вообще? Влияет это на что-нибудь? Ох, наши хиральные ботинки. Прям не нарадуюсь. Где-то еще видел ботинки ближе с третьего уровня. Когда проходил на прошлую запись. Ну, собственно, на утерянный материал. У меня попадались ботинки третьего уровня. В одном из хранилищ нашел. Можно здесь будет посмотреть. Ну нафиг, выключаем. Снова и снова и снова. Ну тут ничего нет.
Все, идем. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Доставляем. Вперед, сюжет. Доставляю груз. Ты из Fragile Express? Нет. Ты курьер Бриджес, да? Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, господи! Я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. О, невероятно! Нет ни единой царапины. Не знаю, как тебя благодарить. Дайте денег. Лучшая благодарность будет. Вау! Две звезды. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA. Отлично. Подключена еще одна сеть. Давай посмотрим, что нам дадут. Художница UCA. Да, пистолет против твари. Отличная вещь. Я уже ее протестировал. Но сегодня... Не сегодня. При столкновении с тварями, я думаю, вам ее покажу обязательно. В ближайшее время пока столкновение не планируется, судя по сюжету. Ты зайдешь еще раз, да? Но пистолет полезный. Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его увидеть. Я же нахрен носильщик людей. Тайваньское такси. Я их сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому. Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была оставаться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить. Отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись.
Куда ж я нахрен денусь? С подводной лодки. Придется нести. Половину инвентаря придется выгрузить. Хорошо, нам нужен будет снаряжение. Это пистолет для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь, и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Ладно, берем. Так, нам нужно избавиться от следующих предметов. Воздушный транспорт нужен нам, нет? Нет, не нужен, выкладываем. Балазган оставляем, одну гранату оставим. Утерянный груз оставим. Хотя сейчас посмотрим. Сейчас смотри, давай возьмем сначала заказ. Там все само подберется. Есть еще стандартные заказики. Но это, блин, далеко, пипец. Хотя 5 килограмм. Но это потом только, если приехать на чем-нибудь. Вот до старьевщика. Берем заказ. Ничего не берем здесь. Как ты знаешь, в этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падение или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Так что прояви максимум аккуратности. Да. Хорошо, скоростной контур будет, пускай. Настойки для оружия. Ремонтный спрей один пускай будет. Вот этот вот в хранилище. Лестница в хранилище. ПХК в хранилище. А давай хиральную художницу нести на спине. И посмотрим, что выгружается. Утерянный груз. Да блин. Прикрепим к костюму. Вот так. Автораспределение. Художница, утерянный груз, граната, ремонтный спрей. Этот ремонтный спрей можно в хранилище. Пистолет против тварей. Прикрепим к костюму. Гематическая граната. У нас есть одна? По-моему, одна должна быть. Да, есть. Пистолет против тварей есть. Балазган есть. Ремонтный спрей один есть. Пакете с кровью. Силовой контур, блин. Вот силовые контуры возьмем еще с собой. Вот так. Отлично, немножко перераспределились. И вот со всем этим барахлом мы сейчас пойдем. Вот гематические гранаты в хранилище. И хранилище. 72 килограмма у нас есть. Подожди. Авторазмещение груза, окей. Балазган, все. Все под контролем. Отправляемся в путь. И быстренько сейчас домчимся до той базы. Лезь в мешок. Часы будут у меня, чтобы не разбились.
А вообще, по-хорошему, надо было силовой контур. О, подключился. Зашибумба. Зарядку постройте кто-нибудь. Зайдем в помещение. Тебя может затянуть с головой. Пускай она там в ящике хранения лежит. Пока я душ приму. Надо же как-то заряжаться. Хотя бы так, через базу. Во, чистые ботинки. Но добираемся. Мост проложили даже. Забавно, когда новые постройки появляются. В прошлый раз там моста не было. Зачем он только нужен? Через хиральных тварей вообще не хочется идти. Они вот как раз вот здесь тусят. Видите, вот эти вот лучики. А вот и дождик. Ну, я практически дошел. И закончилась эта песня. Пойдем кристаллы пособираем. Нет, скоростной контур говнище. Силовой мне больше нравится. Хоть и два слота дополнительных уменьшаются, но зато можно башенкой складывать наверху. В принципе, я могу все эти пушки выгрузить в том хранилище и скрафтить здесь тупо новые. Они там не особо много строят. И ничего бы не потерял. Зато с силовым бы контуром добежал бы намного быстрее. Потому что силовой контур у меня третьего ранга. Вот так, кстати, выглядит пушка новая. Давайте покажу. Вот такой пистолетик. Вот так стреляет. Можно зарядить. Вау. Забавно, да? Побежали уже. Ну все, сдаемся. Наслаждайтесь сюжетом. Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Я думал, ты погибла. Мама сказала, что ты умер. Я держал их при себе. Всегда. Но после нападения... Они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, теперь мы оба пойдем дальше. Вместе. Ты и я. Если хочешь. Конечно. Тот, кого я знала. Не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Но этот осколок больше не нужен.
важно только время, которое я провела с тобой. Эти моменты мы будем считать сами. Вместе. Какая же душнина. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Да. И еще кое-что. Что? Помирись с мамой. Ладно. Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Она без нас никак, а я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. Наконец-то. Все шикарно. Awesome, отлично. Звезда одна, вторая звезда, практически третья. Да, заказ там робот сделал. Херовенько. Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Мы тебя не забудем. Спасибо. Этот момент забавный. Да уж. Та-дам, та-дам. Подключено, подключено. Силовой контур уровень 1. Золотой силовой контур можем делать. Бомба-глушилка, так себе штука. И всякие разные штуки другие. Сэм, теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему вы не подключите их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Пища, лекарства, органические соединения, твоя кровь, что так эффективно в борьбе с тварями. Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного узла тяжелым ударом. Им нужны припасы из Озерного узла, иначе не выжить. Вернись и прими заказ. К слову, иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Пустые рейсы. Я не собираюсь. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Совместный от него и от хиральной художницы. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Загляни в терминал доставки. Внимание, Сэм. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень хиралия. Там прошел мощный темпоральный дождь. К
Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог бы ею заняться. Только не подходи близко, ладно? Обязательно займемся, но в следующей серии. А на сегодня все, господа. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рирс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям. Увидимся в следующих сериях.